Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в ЕГОВ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства для граждан. Сервис позволяет проверить дату первичной регистрации авто на территории Казахстана, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. При этом персональные данные последних остаются конфиденциальными. Казахстанцам достаточно ввести в приложение госномер и номер техпаспорта, чтобы получить подробные данные об автомобиле, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования.